погоджувала Брижит Бардо, немає важче роботи, ніж бути красивою з 8 ранку до півночі. Дозволити собі виглядати приголомшливо кожен день 24 години на добу – це цілком реально. Впевненість у собі у будь-якій ситуації, у будь-яку погоду і у будь-який час гарантує професійно виконаний перманентний макіяж. Ольга, ви вже не раз розказували о всіх тонкостях і особливостях процедури перманентного макіяжа. Это бесценная информация, но нашим телезрителям интересно вас узнать немного с другой стороны. Предлагаю небольшой блиц-опрос. Виноград или груша? Виноград. Синица или журавль? Синица. Макияж яркий или естественный? Естественный. Сказать или промолчать? Сказать. Брови или губы? Брови. Чай или кофе? Кофе. Выспаться или пойти в спортзал? Пойти в спортзал. Время на утренний макияж 10 минут или час? 10 минут. Отдых активный или пассивный? Активный. Локоны или прямые? Прямые. Держать в секрете или поделиться опытом? Поделиться опытом. Давайте остановимся подробнее на теме обучения. Как вы пришли к преподаванию? Ведь многие так и остаются мастерами. Я об обучении не думала, как бы, чтобы это была моя деятельность. Просто работая долго, имея уже опыт, знания, люди, которые клиенты мои, они начали сами просить. То есть, могу ли я обучить кого-то из их родственников? Я подумала, что да, можно попробовать. С этого все и началось. Потом, конечно, со временем это стало неотъемлемой частью моей профессии. Делиться своим опытом, я получаю от этого удовольствие, когда я вижу довольных учеников, горящие глаза, когда они уходят и могут достойно жить, достойно зарабатывать. Каждый ученик после обучения базового работает, то есть он не забрасывает, не передумывает, что это ему не надо. У нас с третьего дня начинаются практические отработки на модели под моим руководством. 7 дней абсолютно достаточно для каждого, да. Обучение перманентному макияжу в студии Ольги Логиновой проводится индивидуально. Рассчитано как на новичков, так и на практикующих мастеров и строится на полном погружении в профессию. Ольга Логинова гарантирует максимум практики на оборудовании премиум-класса, обеспечивает своих выпускников информационной поддержкой, а также трудоустройством. Что, на ваш взгляд, самое сложное в работе начинающего мастера? Для меня было сложно решиться на этот шаг, потому что я не рисую, никогда этим не увлекалась и боялась, что у меня не получится. Благодаря Оле освоила эту технику и теперь работаю в этой сфере. Оля мастер с большой буквы. Она всегда развивается, всегда у нее какие-то новые техники, она не сидит на месте, поэтому к ней всегда можно прийти, получить какие-то новые знания. Каких эстетических целей можно достичь при помощи современного оборудования и техник? Перманентный татуаж, сейчас его называют некачественным, когда-то это был тренд, это было модно, это было красиво, да, но прошло много лет, тенденция перманентного макияжа изменилась, все действительно хотят и понимают, что с помощью перманента можно добиться, да, естественности, все хотят избавиться от своего старого татуажа, тот, который был сделан много-много лет назад. В нашей студии мы удаляем старый татуаж, нежелательный, и татуировки мы удаляем не один лазером. Лазер современный, он не оставляет шрамов, рубцов. Также мы удаляем нежелательные татуировки и татуаж ремувером. Какую технику вы нам сегодня продемонстрируете? Я сегодня буду выполнять губы и брови в пудровой технике, как и всегда. Но сегодня будет у нас брови перекрытие с перманентного макияжа. Сегодня я продемонстрирую, как это можно сделать. Тогда пришло время познакомиться с вашей гостьей. Здравствуйте. Здравствуйте, Ксения. Проходите, присаживайтесь. Спасибо. А это не больно? Нет, это не больно, Ксюша. Не переживайте. Фух. А сколько буду с отеком ходить? Не будет. Пару часиков походить. Нету никаких отеков. А я все дела отменила свои. Надо было не отменять ничего, потому что не будет отеков. Вы можете спокойно ходить на работу, на тренировки, как вам угодно. А сколько по времени процедура длится? До 2 часов. Не больше. Вот. Все хорошо. Спасибо большое.
За статистикою, звичайна жінка витрачає до 100 годин на рік на свій макіяж. Але ж можна витратити лише пару годин і отримати вільний час від щоденного макіяжу. У нашому сучасному ритмі життя це дуже цінно. Почему вы приняли решение сделать перманентный макияж? Долго ли шли к этому? Шла к этому совсем недолго. И так как я работаю тренером по тайландскому боксу, макияж с такой работой каждый день не сделаешь. А хочется быть девочкой, хочется быть женственной, красивой. И, конечно, это оптимальный вариант. Я как только узнала, конечно, сразу пошла делать. Даже не страх, а беспокойство. Я не понимала уровень боли, какой будет. Но все оказалось совсем безболезненно, абсолютно, и очень легкая, быстрая процедура. То есть две процедуры менее чем за 2 часа. По-моему, это отлично. Почему вы выбрали именно Ольгу Логинову? Я не узнала в соцсетях, и я знаю, что Оля посещает часто разные мастер-классы и хорошие отзывы о ней. Поэтому, конечно, именно она. Здравствуйте, Юлия. Мы знаем, что вы являетесь постоянным клиентом в студии Ольги Логиновой. Расскажите нам о своем опыте, какие зоны вы делали у Ольги и довольны ли результатом? Я очень довольна результатом. Я сделала у нее 3 зоны. Это брови, межресничка и губы. С Ольгой мы знакомы давно, и так как я получила негативный опыт от первого татуажа, я очень аккуратно относилась к выбору мастера. И когда узнав, что Ольга стала мастером, я обратилась к ней, и она мне исправила мой первый татуаж. И я, конечно, никогда не думала, что я сделаю губы и стрелки. Это безболезненная процедура, что можно даже и поспать на ней. Поэтому я считаю, что все могут приходить и отдыхать на ней. Краса вимагає не жертв, а професійного догляду. Якісний перманентний макіяж дозволяє вдосконалити ваш природний образ. Це дбайливо і натурально для обличчя, це комфортно і безпечно для вас. Одеса Fashion Channel бажає вам підкорювати світ своєю красою. А допоможе вам у цьому студія татуажу Ольги Логінової. Ще побачимось!